Отмечу, что по всему маршруту фестиваля «Обское кольцо» автоколонну сопровождает и наша съемочная группа. Как встречали сегодня участников необычного автопробега в районах области, расскажет Алексей Кудинов. Автопробег «Обское кольцо» сегодня уже прошел по маршруту Бердск, Искитим, и сейчас колонна двигается в сторону Сузуна. В каждом населенном пункте остановки, концерт, небольшая программа, посвященная сразу нескольким датам. И юбилею «Союз мультфильма», и юбилею кинопрокатчика «Махотина», и еще целой череде круглых дат. И вот везде небольшой концерт, и рассказывают организаторы о пушкинской карте, по которой уже совсем скоро школьники, студенты смогут посещать театры, музеи, филармонию. В общем, достаточно большая просветительская программа в каждом населенном пункте, где останавливается «Обское кольцо». Мы довольны, потому что народ узнает про нас, про ансамбль, что у нас большая коллекция инструментов. И вот такой культурный пласт, мы вливаем такую струю свою в эту общую обскую волну. В команде автопробега есть еще музыканты. Вот он где-то за моей спиной готовится к выступлению ансамбля «Сибирский диксилент» и Сергей Гершинович. Это джазмены Новосибирской филармонии. Есть и новосибирские кинодокументалисты, и реставраторы, как вы видите, приехали сразу на четырех машинах. И, кстати, достаточно неплохо вот эти броневики, эти полноприводные автомобили идут по трассе. Так, километров 70 движется наша колонна. Будет замыкаться «Обское кольцо». Вот сегодня мы ночуем в Сузуне, завтра переправляемся на пароме, вечером уже концерты, мероприятия в Ордынском районе. Ну, поэтому и называется «Кольцо», потому что вот это такой маршрут круговой вокруг Оби, вокруг Обского моря. И задача есть еще и показать местные достопримечательности. В каждом населенном пункте мы посещаем маленькие музеи, которые могут быть интересны не только местным жителям, но и, например, тем, кто живет в Новосибирске, может потратить 2-2,5 часа, чтобы доехать до этого места к гостям нашего региона. Об этом, обо всем будут рассказывать организаторы автопробега, будут собирать, суммировать эту информацию, выпустят фильм о том туристическом потенциале районов области, в которых мы побываем. Но будем об этом и рассказывать мы вам уже в следующих выпусках новостей. Алексей Кудинов, Александр Ведерников. Новости ОТС.